Как стало известно, информационное агентство Prime Crime, руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко, ранее заявлявший о том, что воров в законе на Кубани больше нет, во многом оказался прав. Так, 47-летний Коба Дзидишвили, о котором недавно краевые СМИ писали, как о воре в законе, не был удостоен теплой встречи в СИЗО, положенной ему по статусу. По арестантскому укладу, который, как известно, един, статус вора определяется в тюрьме по прибытии туда другими ворами. В отношении Кобы эту роль на себя взял никто иной, как Шакра Молодой, отбывающий наказание в ИК-2 поселку Двубратский Усть-Лабинского района Краснодарского края. Сначала Шакра определил Кобу как суку на букву «Б», то бишь существо, сознательно идущее против воровского. Возможно, что таким образом лидер российского воровского мира отреагировал на участие Кобы в избиении Асатрянов и своего любимца Гурама Чехладзе. Однако спустя какое-то время Захар передумал и смягчился в оценках до того, что Коба просто не вор. Напомним, Коба Краснодарский вошел в семью в мае 2012 года, осуществив заветную мечту детства. Свой вопрос он поднял на сходке в Греции, и тамошние воры ответили, что знают его как вора, но для логического завершения процедуры ему необходимо согласие воров, проживающих там же, где живет он сам. Вернувшись в Краснодар, Коба сразу же заручился поддержкой своих друзей, Вадика и Ромы Краснодарских, и был канонизирован. Однако спустя неделю Сергей Асатрян при встрече заявил Кобе, что он не вор, и упрекнул тех, кто относительно этого ввел его в заблуждение. Через год Коба отомстил Асатряну, вырвал из его головы прядь, тогда еще длинных волос, со словами «Воры, я же обещал, что выщипаю ему перья». Спустя еще неделю Коба был задержан в Краснодаре и ушел на срок, а его крестный отец, Вадик Краснодарский, впал в немилость Азмановым, читай Шакра, и в феврале 2015 года был убит циркачом в Анталии, якобы за растрату общака. Освободившись в позапрошлом году, Коба, несмотря на возражения ряда коллег, по-прежнему считал себя вором и нашел поддержку в лице турецких воров, сплотившихся вокруг Гули, на благосклонность которого он рассчитывает и в нынешней ситуации. Впрочем, по мнению источника, непризнание воровского статуса Кобы, официально зафиксированное в СИЗО, может быть в интересах самого Кобы, дабы Следственному комитету было труднее доказать его высшее положение в преступной иерархии. Что касается Кубани, даже в отсутствии воров, находящихся на ее территории, она в перекрестии интересов разных воровских кланов, так как ни один другой российский регион. Это был канал Crime Time. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Удачи вам!